позволю устам моим прильнуть к твоим, и будь неумолима. Хорошо, теперь поднимайся и срепетируем сцену с поцелуем. Чего? Я не буду ее целовать. Что? Ну, ребята, я, конечно, могла бы с вами поставить три поросенка, но вы-то уже взрослые. Вы сами выбрали Ромео и Джульетта. Эх, садись. Да. Кто из девочек хочет сыграть Джульетту? Ну, девочки, ну кто будет играть Джульетту? Может, ты, Наташенька? Ну, я, конечно, сыграю. Но не с этим дураком. Ладно. Кто будет целовать Сережу? Я не буду ее целовать! Так, все! Сил моих больше нету. Садитесь оба. Илюшенька, выходи. Ты будешь новым Ромео. Илюшенька, а кого ты целовать будешь? О, Петров! Дианочка, выходи. Ты будешь играть Джульетту? Буду. Ну, целуйтесь. Поцелуешь Петрову? Убьем. Чё? Кто вообще таких-то проскомандовался? Их ты! Чё? Наших бьёт! Ребята, ребята, тише, тише, тише! Тише! Тише, ну это же шерстинка, ребята! Ну тише! Три поросенка.